Около 20 спортсменов от команды Дагестана выступят на чемпионате России по тэквондо. Среди студентов соревнования пройдут с 14 по 17 мая в городе Люберцы Московской области. Обладатели 16 комплектов наград определят около 150 спортсменов. В их числе и около 20 спортсменов нашей республики. По итогам наставники сформируют национальную сборную для участия на международных турнирах.